Сейчас я вам покажу классический вариант засолки красной рыбы, которым, в принципе, все пользуются. Вот такое филе вы покупаете в магазине. Его надо предварительно чем-то солить, зачистить. Мы срезаем тешу. Надо его слегка обработать. Так, теперь убираем хребтовые кости. Чтобы оно было более красивое. Но тут много лишних костей и жира, которых, в принципе, не нужно. Теперь мы будем удалять косточки. Ну, это такой специальный пинцет, можно воспользоваться еще маленькими кусачками, либо плоскогубцами в домашних условиях. Удалять косточки надо обязательно, потому что потом неудобно будет нарезать ее на стол. Людям будет попадаться с косточками. Вот, в принципе, филе готово. Дальнейшей обработки. Соль я беру на глаз. Ну вот смотрите, примерно вот на это филе оно весит около 2 кг. Две щепотки. В принципе, этого достаточно. Кто любит посолонее, тот может еще добавить соль. Но с двумя щепотками она будет очень нежного вкуса. И сахар. Сахар одна щепотка. Затем веточки укропа. И самый главный атрибут засолки рыбы — это водка. Водки где-то в районе 30-50 грамм. Ну все, если это сделать, днем, вечером уже можно кушать. Все, наша рыба готова.